Мы провели исследование, и как оказалось, ученикам на школу не хватает места для общения и отдыха, а учителям для проведения неурочных деятельностей. Как видно из слайда, не хватает зоны для отдыха. А здесь видно, что 53% играет в игры, но многие не находят в школе удобных мест. Здесь видно, что большая часть людей предпочитает пуфы и проектор. Мы предлагаем вам изменить рекреацию на 5-м этаже. Вот как она выглядит. Согласитесь, выглядит неуютно, однотипно и скучно. Но мы можем вам предложить, как мы можем изменить. Это схема нашего проекта сверху. Наш проект называется «Киноколизей», поэтому по бокам мы решили сложить амфитеатры, которые будут высотой до подоконников. Он может выглядеть так. По центру стоит модульный стол, который будет разбираться на 4 части. За ним можно будет собираться так как большой, так и маленькой компании. Можно будет делать уроки, играть в настольные игры и заниматься проектной деятельностью. По бокам от центрального окна мы расположили стены специальным покрытием, на котором можно будет рисовать мелом. Вдоль стен будут располагаться пуфы, которые можно будет передвигать. В центре помещения будет находиться проектор, который будет выводить изображение на выдвижной экран. Также мы предусмотрели стеллаж, на котором будут находиться все настольные игры. Предлагаем поместить правила пользования киноколизея на меловые стены. По предварительным подсчетам проект обойдется в 302 979 рублей.